Путина в тюрьму! 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 Вперед, но отставать точно дальше не стоит. Осмотрел все, ему показали выставку, он не нашел прецедента и всех пустил. Они говорили о том, что... Еще людей все немного. Я думаю, видели люди, что будет, и не пришли так, что хотели. О, Оля Зинович, где вы велик, интересно? Нам уже про Украину. Да, я не вижу. Вот я сейчас думаю, куда дальше, потому что там машина снимающая, она сейчас запишет все лица. Говорю, машина снимающая, запишет все лица. Поэтому надо в толпе пройти или вниз голову, голову. Там не выйдем. Там вторая. Просто в толпу сейчас. И смотри в ту сторону. В ту сторону, смотри просто назад и все. Тогда. И уходим сюда еще. Просто посмотрим, сейчас идем вперед и все, да? Можно. Да. Можно. Сейчас посмотрим. Просто главное, чтобы типа камера не фиксировала точно лицо. Распознавала. Не люблю. Ну тут не талсы, да, можно было. Но у меня типа тоже мерч. Или МТС, либо Континенталь, либо что-нибудь типа того. Путин вот! Путин вот! Там вот так переходы дороги, но все же стирается. Машина с камерами, смотри в ту сторону. Если ты хочешь, чтобы твоя рожа потом везде была в ментов? Я гуляю, честно.
Гуляй, гуляй. Они потом тоже погуляют нам. Сколько уже там повязали? Не знаю, четверых точно. Может, больше. А? Да. Ну, если бы это была не кроссовка, мы все пошли по шуму. Я вспомню, ты говорила про то, что нога. Ты стоишь норм? Я знаю, куда дальше, в Русь? Я говорю, сейчас куда дальше, в Русь? А никуда пойдут, я просто понимаю. Наверное, в Фанипарк? Возможно. Все, у меня